Привет всем, с вами я, Джейни, и это College Russian. You might recognize this face here. You've seen him before on my channel. He was my willing victim of some of my grammar classes. Back, if you remember, I was preparing him to try and get into a master's program. And guess what? He got in and he's there right now. So this master's program... Да, вот что... Получилось, вот так. Да, вот получилось, поступил. Вот. So this program is called Middlebury, and it's actually considered one of the best language programs in the United States. And interestingly, it's a very immersive experience, almost more immersive than a study abroad, because students at Middlebury take an oath to only speak Russian the whole time. So Eli warned me in an email today that, like, I'm going to have to answer all of your questions in Russian. So sure enough, we're going to do this whole interview in Russian, and we're going to find out a little bit of what his life is like there in Middlebury. I think for a lot of you who have always dreamt of a master's degree in some sort of Russian studies, be paying close attention, because you might be able to, you know, fulfill that dream at some point, just like Eli did. He had to wait several years, but the dream has finally come true. Все, и вот так. Хорошо. Расскажи немного, пожалуйста, Илья, об этой программе. На самом деле, это очень хорошая программа. Ну, конечно, очень известна здесь, в Америке, если люди хотят говорить по другому языку. Но колледж Middlebury находится в Вермонте. Очень красивый здесь, зеленый. Но, потому что очень хорошая программа, потому что так... Ты уже сказала, обязательно надо говорить по другому языку. То есть нельзя говорить по-английски здесь. На самом деле, очень полезно. Потому что, ну, конечно, когда у тебя есть друзья, и мы, как говорить по-английски вместе, это очень сложно говорить по-английски, и тогда по-русски, и по-английски, и по-русски. Я думаю, что невозможно продолжать изучать и просто говорить свободно. Но здесь, конечно, очень-очень полезно. И, наверное, это причина. Но даже здесь возможно, как стать аспирантом, как я сейчас, но даже есть возможно учиться вообще новый. На самом деле есть первый урок, как первый курс здесь, можно так сказать, и они вообще не говорят по-русски. Честно говоря, они не знают, как сказать «привет» или «здравствуйте», когда они приехали сюда. И это очень круто смотреть на них, когда они стараются и стараются, и стараются. И через несколько недель они, наверное, они могут сказать: «Ну, здравствуйте, как дела? До свидания». И в конце программы это, конечно, они стают лучше. Но для меня особенно... У меня три курса здесь. Они час каждый день. Мой первый курс — это грамматика для аспирантов. Второй курс — это словообразование. И очень полезно, чтобы учиться, как использовать глаголы и наречия, существительное и так далее. Это просто возможность учить, как учить русский язык. То есть очень полезно. И третий курс — это политики, это Россия сегодня. То есть мы изучаем, что случилось в России, и такая ситуация там с войной между Россией и Украиной. Это очень-очень полезно, на самом деле, слышать от русского преподавателя, потому что это другой, вид, на самом деле. И после... уроков есть много домашних заданий. Бывает, каждый день 6 или 7 часов домашних заданий надо делать. И это слишком много, конечно, но мы просто здесь 6 недель. То есть это как мы изучаем, год, но только в 6 недель. То есть очень много дел каждый день. Мы всегда заняты. И, конечно, есть другие вещи, мы можем сделать. Например, я в хоре, на самом деле. Не знаю, как это получилось, молодец. Но... Да, то есть это настоящий русский хор. Мы поем такие песни, которые очень известны там, в России. Это просто возможность,
Они всегда скажут антистресс, антистресс. Mm-hmm. Ну, это просто... Например, какую песню вы сейчас как практикуете? «О сарай, мой сарай». Mm-hmm. Ты знаешь эту Вот. песню? Нет, я не знаю. Нет, даже я не знал. Это народная песня? Да. Народная песня? Да, думаю, в северной, думаю, в севере. Okay, хорошо. То, mm-hmm. Честно, не знаю, на самом деле, я не очень хорошо пит, то есть пьет. Поет. Тоже не очень хорошо пит. Да, ты мормон, плохо пьешь. Да, вот. Ну, и тоже есть такие, как клубы здесь. Есть разговорный клуб. То есть, возможно, говорить на какой тему, но как хочешь, и это очень полезно, просто говорить с маленьким группой, то есть, возможно, практиковать. Когда мы едим, молодец, ага, ага. Да, я хотел сказать, кушаем, но, наверное, не так. Да, молодец, взрослый мужчина так не говорит. Стараюсь. Но если возможно говорить с другими людьми каждый день, мы только едем с русской школой. То есть, возможно, просто общаться, говорить. Это просто другая практика, потому что, ну, как другие темы будет. Но что еще на самом деле? О, окей, конечно, подожди, такой... у меня да? Вопрос быстренько. Угу. То есть до того, как мы начали видео, ты говорил, что у многих студентов в этой программе есть русские корни, то есть бабушка, дедушка русские. То есть мне интересно, какой стаж или опыт есть у других студентов в этой программе. Очень, очень хороший вопрос, на самом деле. Потому что, ну, конечно, на первом курсе или на втором курсе они как вообще не знают язык, да. Но бывает на седьмом. Это самый старший, кроме аспирантов. И также аспиранты. Это самый mm-hmm. старший. С этими людьми, ну, бывает, где они, ну, как, изучают русский язык дома с родителями, потому что, ну, родители их, они русские, но они переехали сюда, в США, чтобы жить. Mm-hmm. И они выросли с ними, то есть они говорили русский дома с родителями, но в школе, конечно, было все по-английски. То есть они не знают грамматику русского языка. Mm-hmm. То есть они хотят учиться, как, почему мы скажем так, почему так, почему говорим так, mm-hmm. и так далее. Например, у меня такая друг, его зовут Антон. Это такая ситуация с ним. Родители его, они русские. Он на самом деле путешествовал в Россию каждый год и жил с бабушками, с бабушкой и также с дедушкой, но он не знает, почему это так. Он просто говорит хорошо, но не знает, почему. Mm-hmm. Мы учили родительный подъезд в эту неделю, и он просто себе сказал от страха, от радости. Я просто думал, почему не использовались из или из-за, он просто не знал, почему так. Ну, то есть... Он говорит правильно? Так, он совершает ошибки грамматические? Или он вообще как правильно говорить? Ну, я думаю, что он правильно говорит, но он, ну, как... Он только говорил с родителями, то есть не было возможно, ну, как... опретить и так далее. То есть, mm-hmm. он говорит правильно, да. Mm-hmm. Интересно. И по моему опыту тоже, вот такие студенты ужасно пишут. Как, не обижайтесь, mm-hmm. если uh-huh. вы как uh-huh. heritage speech speaker, но они mm-hmm. как ребенок, то как маленький mm-hmm. ребенок, так да, дошкольник как я, даже. Да. Но есть такая женщина, которая родилась в России, но сразу mm-hmm. после рождения она уехала в Австралию жить с родителями. Mm-hmm. То есть то же самое, как ситуация, но она вообще не знает. Мы в том же самом курсе словообразования. Это очень сложно для нее как понимать, исследовать, о чем мы говорим, mm-hmm. потому что никогда не училась в школе. Но почему это существительное, причастие, непричастие и так далее, да? Mm-hmm. Ну, очень сложно для американцев, наверное, да,
ну, то же самое с ней, потому что она вообще не знает. Ну вот, и так получилось. То есть это очень хорошая возможность, потому что есть такие люди, которые очень хорошо говорят по-русски, но тоже мы можем как общаться с ними и практиковать. Mm-hmm. Да, вот. Очень интересно. А то есть это просто как вы изучаете... Интересно, именно о чем вы говорите сейчас на уроках по mm-hmm. грамматике? Mm-hmm. Например, о чем вы сейчас говорите? Ну, как я уже сказал, это в неделе мы говорили о родительной поддержке. И, mm-hmm. ну, это... Когда я жил в России, я просто сказал из или от, и я просто думал то же самое вещи, да? От страха mm-hmm. или из любви, ну, и так далее. Ну, конечно, mm-hmm. есть причина, как возможно использовать от и из, да? Mm-hmm. Да, у нас было был такой момент даже да, в нашем видео. Вот, с, да. из, у, от. Как переводится mm-hmm. слово from? Очень сложно знать, какое слово использовать, да? Да, да, на самом деле, на, mm-hmm. ну, как на стадионе, да, на открыто, то есть надо использовать на... Если мы mm-hmm. в комнате, да, открыто в комнате, mm-hmm. да, и, ну, и так далее, мы используем такие. То есть очень полезно. Да, потому что, конечно, я думал так, я уже узнал так, но просто я сейчас... Это просто, ну как, еще возможно. Ага, разбираешься в да, этом. То есть это не да. только то, что ты знаешь, это как, mm-hmm. а, я понимаю, вот почему, mm-hmm. вот. И ты понимаешь систему, вот, молодец. А потом, какое у тебя бывает домашнее задание? Ну, типа того, как на самом деле ты дала мне, mm-hmm. это просто предложение, и надо использовать какая, ну как... предлоги, которые правильны, uh-huh. да. Заполняешь пропуски, вот что здесь uh-huh. должно быть, так далее. Uh-huh. Интересно, какое у тебя домашнее задание на в курсе по политике? О, на самом деле, очень интересно. Мы каждый день надо слушать такой подкаст или новости из России. И, наверное, бывает 40 минут или час мы слушаем. И надо читать что-то, ну как, новости или что-то случилось. Часто мы читаем о других людей, которые как часть в войне, да. Например, mm-hmm. в этом неделе было Иван, как Иван Попов, Поповов, да? Как его зовут? Okay. Генерал, ну, он такой генерал. А, вот который да. пропал? Mm-hmm, mm-hmm. Пропал, мы не знаем, где он сейчас находится, или да, вот... Да. Mm-hmm. И потому что это была новость, и мы как говорили много об этом, и что случилось, и как они говорят сейчас в России, как они говорят в Украине, но так далее. То есть бывает каждый день, если что-то случилось, тогда это новости, и со волей mm-hmm. мы будем общаться об этом. Но бывает, когда мы, ну как в прошлом, ну как, да, в прошлом мы еще изучаем, да. То есть уже случилось mm-hmm. 2 месяца назад, но есть возможность, ну, как читать и так далее. Я помню, когда ты поступал, и когда ты писал свое эссе о том, почему ты там хочешь учиться, у тебя было немного, как сказать, немного страха, что они... Ну, как поскольку ты говорил, что ты очень любишь Россию, ты очень боялся, что они откажутся от тебя, потому что есть, может быть, они сейчас вот отменяют русскую культуру. А ты чувствуешь какую-нибудь дискриминацию против России или против тех, кто как любит Россию и так далее? То есть ты видел вот такую дискриминацию? На самом деле, нет, здесь очень беспокойно. Нет, очень покой. Покой здесь, да. Но просто это очень хорошее место общаться об этом. На самом деле, наша преподаватель, она сказала, ну, это полезно слышать и слушать, ну, как они говорят сейчас в России. Полезно. Обязательно надо. И тоже обязательно надо слушать, что они говорят в Украине. Очень, очень полезно. И mm-hmm. это возможность как, ну,
думать для себя, что это правильно, что неправильно, что пропаганда и не пропаганда и так далее. То есть я думаю, что в русской школе это вообще покой, никого не... просто это очень хорошее отношение здесь, чувствительное, отношение, да, хорошее здесь. И, но есть еще возможность учиться, узнать больше русской культуры также, и ничего страшного, да, просто возможность слушать русскую музыку и возможность... Даже иногда бывает, когда мы смотрим такие советские сказки, да. И вот. Сказки? Или да. Фильмы? Ну, конечно, фильмы также, но бывают сказки, да. И еще возможно просто обсуждаться об этом. Не важно, ничего страшного. Ты не видишь никакой вот так анти-Россия вот пропаганды? Нет, вот. На самом деле. Вот, это очень хорошо. Я сама не знала, как они отреагируют на то, что ты писала в своем эссе, что ты любишь Россию, ты любишь русских и так далее. Я сама не знала, что будет. Ну, ты молодец. Мне интересно, чем ты обычно занимаешься по субботам? У тебя есть свободное время по субботам? Да, это выходной, да. Выходные здесь очень свободный. Но в субботу... Конечно, еще надо делать домашнее задание, потому что я не совсем закончила в пятницу. То есть утром я встаю около 6 каждый день, потому что у меня есть дети дома, и я обычно встаю. По привычке, к сожалению. Наверное, я не знаю, если я уже сказал, но есть очень хороший фитнес-центр здесь, можно качаться. Да, то есть я там почти каждый день и делаю домашние задания. И вчера была такая футбольный матч, то есть возможно играть в футбол. На самом деле мы играли против немецкой школы, то есть возможно как играть вместе с другой школой. Это как FIFA, наверное. Маленькая FIFA-чка. На самом деле, мы были в городе, есть маленький город здесь, называется, конечно, Милберри, и там можно просто есть с друзьями. То есть с моими друзьями в курсе аспирантов мы там пошли и ели пиццу, было очень вкусно. После этого мы смотрели такой фильм, не знал, на самом деле я забыл, как это было, но просто это было, как фильм. Вечером мы смотрели с друзьями, было очень весело. Но бывает, когда люди путешествуют в другое место, например, есть Burlington Lake, озеро Шамплейн, думаю, как называется. Это очень хорошая достопримечательность там. Бывает, люди как делают это. Но я просто отдохнуть здесь и делать домашнее задание, еще читать и продолжать. Окей, хорошо. Наш последний вопрос. Я знаю, что тебе скоро будет еще одна лекция. Конечно, как же справляется твоя жена дома в Юте без тебя, с 4 детьми? Я на самом деле... Я немного нервничаю, потому что она очень хорошо сейчас. И я просто думаю, она может жить без меня. Я говорю с ней сегодня, я спросил, как все, как дети, как живет, да. И она, все хорошо. На самом деле очень весело. Мы плавали, мы были к друзьям, мы встретились с этими людьми, мы съели McDonald's и так далее. Я просто думал, как... На самом деле, я думал, много стресса у меня, чем у нее, на самом деле. Больше у тебя? Больше стресса здесь. А ты скучаешь по ним? Ну, конечно, да. То есть ты не наслаждаешься вот этим отпуском, да? Вот? Или немножко? Очень скучаю.
Очень скучаю. На самом деле, я думаю, это очень самая тяжелая вещь. Да, это быть здесь без их, это очень сложно. Вот, ну, бедняжка. Да, я могу сказать по личному опыту, что это просто потому, что папа, он вызывает у детей немного как гиперактивности, да? Когда папа приходит домой, хаос наступает, да? То есть, когда нет папы, у них нет такой гиперактивности. Это просто как по моему опыту. И поэтому она все время может контролировать все как лучше. То есть ты не обижайся на жену. Это не ты виноват. Это просто как чуть-чуть легче. Когда... Да, ну вообще, я надеюсь, что давай сделаем еще один интервью в конце семестра. Можно? Давай. Да, потому что я вижу, уже у тебя гораздо лучше твой русский. Серьезно? Сейчас. Да, вот. И ты молодец, что замечаешь, когда вот что-то сказал неправильно. Вот, ты молодец вообще. И я надеюсь, что всем очень было весело смотреть, насколько он как стал говорить лучше. И я надеюсь, что вы все рады за него, потому что это серьезно сбывается у него мечта. Это была давно уже была его мечта. Два года, на самом деле, учиться два года. Учиться в этой программе. Да. Да, на самом деле, я говорил с человеком в столове раньше сегодня, и он спросил, ну что делаешь сегодня? Я сказал, я буду на как Ютубе с этой хорошей, ну как, женщина, и он спросил об этом, я просто сказал, это College Russian, очень полезно, чтобы учить русский язык, да. И он сказал, что будет там, и я просто ответил, что я буду говорить с ней об Милдере. И я сказал, я надеюсь, что я не ошибаюсь много. И он сказал, да, на Ютубе это навсегда. Никто не... Они не забудут. Когда я вспомнил, мы сделали первое видео, я просто думал, ох, кошмар был, парадагнул. Навсегда будет на интернете, ох. Да, но ты молодец, ты знаешь, многие зрители у тебя, благодаря тебе, учились многому. Знаешь, что ты очень хороший пример для всех. И я очень благодарна всем, которые участвуют вот в этих видео, потому что это большой риск, да. Да, но те, кто рискуют своей гордостью, да, вот, они учатся лучше, потому что есть такой вот... такое давление хорошо говорить, знаешь, то есть не ошибаться. И поэтому они думают об этом больше. Вот. На самом деле, это мой самый главный совет от Милдбери, на самом деле. Я говорил с преподавателем первый день, и я сказал, на самом деле, мне стыдно говорить, потому что здесь люди, они все молодцы, они говорят очень хорошо. На курсе мастер-класса, конечно, да. И она ответила, ну как это полезно? За что? И все. Не надо быть стыдным. Продолжай. Окей. Да, стыд. Да, вот, стыд. Да. Стыд сильно мешает прогрессу. Сильно-сильно мешает прогрессу. В жизни вообще и вообще. Точно в изучении языка. Вот. Точно. Вот. Ну, спасибо тебе большое. Надеюсь, что еще связимся когда-нибудь в конце лета. Давай. И ты держись. Вот, скоро твоя жена не уйдет от тебя. Не волнуйся. Наверное, возможно жить без меня. Это вот так. Да, вот. Так. Спасибо. Окей. Спасибо. Пока. Вот. Awesome. So, yeah, don't worry that your wife is...